Шеф-повар Максим Григорьев. Мокрый шоколадный кутён с апельсиновым курдом. Для шокоголиков предлагаю совсем быстрый и совсем простой в исполнении мокрый шоколадный торт-пирог, или как по-немецки кутён. Готовить будем с темным шоколадом и почти без муки, но с лесным орехом. Использовала не целые яйца, а только белки. Завершила я вкусовую гамму апельсином, в виде апельсинового курда, таким образом заключила союз шоколада с апельсином. А теперь быстренько на кухню и пробуем. Время приготовления – 50 минут. Ингредиенты – кутён. Апельсиновый курд 4 мл. Белки куриные 3,50 грамм рам. Какао-порошок 2 столовые ложки. Масло сливочное 125 грамм рам. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сахар ванильный 10 грамм. Сахар тростниковый демерара 125 грамм рам. Сахарная пудра 2 столовые ложки. Соль 1 грамма. Фундук, лесной орех, 50 грамм. Шоколад темный 1,50 грамм. Ингредиенты, апельсиновый курд. Апельсиновый курд 4 мл. Белки куриные 350 грамм. Какао-порошок 2 столовые ложки. Масло сливочное 125 грамм рам. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сахар ванильный 10 грамм. Сахар тростниковый демерара 125 грамм рам. Сахарная пудра 2 столовые ложки. Апельсиновый курд. Соль 1 грамма. Фундук, лесной орех, 50 грамм. Шоколад темный 1,50 грамм. Апельсин 4 штуки. Желтки куриные 2 штуки. Имбирь свежий 1 чайная ложка. Апельсиновый курд. Крахмал кукурузный 2 столовые ложки. Масло сливочное 40 грамм. Сахар 90 г. Шаг 1. Подготовим ингредиенты: яйца, белки, темный шоколад не менее 46% жирности, лесной орех в крошке, тростниковый сахар, масло сливочное, апельсиновый курд, какао-порошок, для выпечки, который не надо предварительно заваривать, и сахарную пудру. Шаг 2. Растопим масло в широкой кастрюле и добавим поломанный на куски шоколад. Убираем с огня, мешаем венчиком до полного растворения шоколада. Шаг 3. Добавим теперь в кастрюлю тростниковый сахар и ванильный. Шаг 4. Затем миндальную крошку и перемешаем до однородности. Шаг 5. В перемешанную массу добавим муку и снова перемешаем, но только не более 20 секунд. Шаг 6. Взбиваем белки с щепотками соли в крепкую пену. Шаг 7. В 3 заходах вмешиваем в массу с белками шоколадное тесто. Мешать лучше венчиком от руки, недолго и движениями в одну сторону, как бы вытряхивая тесто из венчика. Шаг 8. В форму 24 см, с выстеленным пекарской бумагой дном или в силиконовую, ничего не смазывая, выливаем наше тесто. На поверхности будет много пузырьков. Шаг 9. Немедленно минуты, ставим форму в заранее разогретую до 180 духовку и выпекаем около 35 минут. Проба на сухую лучину. Остудим около 15 минут и освободим из формы. Окончательно остудим на решетке. Шаг 10. В завершении смазываем сверху апельсиновым курдом. Шаг 11. И присыпаем торт сначала какао, а затем пудрой. Шаг 12. Сервируем мокрый шоколадный кутён с апельсиновым курдом. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.